Да, мы только одиночными, ну и... Скаловые побежали, у тебя луки. Чё? Быстрее, быстрее, быстрее. Да. Укол делай, побежали. Сейчас, мне ж надо открыть эту хуйню. А ты куда побежал? Санаторий. А, вижу. Гениально. Потому что сейчас слева снайпера не было бы. Я не... А ты куда? Наверх поднялся. Война идет. О, бегут. Да ладно. Откуда? Кто-то пробежал вот тут. Снизу, откуда мы пришли? Нет, вот справа там. Ты внутри бегаешь? Я вот. Да, я чувствую, блядь. Зря мы сюда пришли. Я сижу за углом, тут не убей меня. Ну я тоже самое. Там кто-то уже внутри есть. Да конечно есть. Там уже, блядь, там же возроди... Респ есть. Ой, дурак. Ладно, блядь, надо целевики сейчас поменять. Ты смотри, чтоб тебя с балкона, блядь, не убили. Ой, с крыши. Да я сижу тут. Я, короче, пошел потихоньку. Ну, я пойду тогда. Пол, сиди, сядь, иди. Движение есть. О, у тебя FPS меня кто-то пиздит, убил, что ли? Больно все круто, а FPS до 50 падает. Кто меня убил-то, блять? За откуда мы пришли, тот и убил. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Так а как он убил-то? Откуда мы пришли, тут там он и убил тебя. Да я только оттуда зашел за угол, присел, и меня сразу убили. Он либо сверху откуда-то убил, либо с окна убил как-то. Походу, через да. Стену убил как-то. Я же только... Ты говоришь, я пойду. И я такой раз сразу. Я ж там палил. Блядь. Надо было добежать. Вообще не понял, откуда он... Он спрыгнул, только не понял, как. Пиздец. Надо его в бан закинуть. Ты что, с ума сошел? Ну да, мне тоже так кажется. Он просто спрыгнул и еще бегал. Хотя блядь, он... тетиви эти, блядь, задолбали, короче. Кто это такие, блядь? Я хуй знает, блядь. Исай Антань. Нахуй. Не, нахуй сюда ходить, блядь, это самоубийство. Ну нахер. Отец.